Сотрудники госавтоинспекции выяснили, что 15-летний подросток, управляя питбайком без мотошлема, на перекрестке равнозначных дорог не уступил дорогу водителю автомобиля «Лада Гранта», приближающемуся справа, и совершил с ним столкновение. В результате школьник госпитализирован с черепно-мозговой травмой, ушибами и ссадинами. Полицейские выяснили, что мототехнику сына приобрела в подарок мать. Право управления транспортными средствами, как и навыков вождения, подросток не имеет в силу возраста. Накануне он взял питбайк и выехал на улицы частного сектора города Ленинско-Кузнецкого, несмотря на то, что кроссовые мотоциклы не предназначены для движения по дорогам общего пользования. Инспекторы по делам несовершеннолетних составили в отношении матери подростка протокол. Горожанка будет поставлена на профилактический учет в полиции. Кроме привлечения к административной ответственности, матери, как законному представителю несовершеннолетнего, предстоит возмещать причиненный в результате ДТП материальный ущерб в случае его подачи гражданского иска собственникам автомобиля «Лада Гранта». Госавтоинспекция обращает внимание родителей на недопустимость управления транспортом детьми до достижения соответствующего возраста и получения специального права. Полицейские призывают кузбассовцев к внимательности и ответственности, разрешая детям управлять техникой повышенной опасности, вы рискуете их здоровьем и жизнью.